Этот документ содержит выдержки из документации продукта Sentinel, необходимые для составления алгоритма. Собирались запускать Sentinel 5 в 2020-х, но сломался Landsat и решили запустить еще пораньше Sentinel 5P, пока доделают 5-й. Полезная нагрузка – устройство Tropobi. Данные должны быть на SkyHub Copernicus, но временно лежат на отдельном клоне веб-морды Sentinel 5P при Operations Hub. Логины на SkyHub не действуют, нужно использовать SP5GLEST, SP5GLEST. Азот – это N, нитроген. Идентификатор продукта содержит NO2. Имеется два индекса – OFFL и NRTI. Нам нужны файлы, в названии которых есть OFFL, это значит офлайн. Данные содержат атрибут нитрогенный диоксид Tropospheric Column, Total Atmospheric NO2 Column Between the Surface and Top of Troposphere. Сейчас рекомендуется использовать данные только с QA-валы выше 0.75, или же выше 0.5, если нужны области, покрытые облаками. Данные о NO2 могут быть использованы для разных применений, в зависимости от этого нужно использовать разные атрибуты, и далее описываются ссылки на оценки точности. На точность оказывают влияние все. 0 это ошибка, 1 это хорошо. Фильтрация по 0.75 удаляет все, что закрыто облаками. В разделе Ground Data Quality Issues описаны фичи, не покрываемые QA-валы. Продукт может быть использован для визуализации NO2, а также для валидации моделей, сравнения с данными самолетов и другого. Для визуализации нужны такие-то датасеты.